Привет, друзья! С вами снова я, Валдай, и мы продолжаем прохождение игры The Last of Us. Мы находимся в крайне щекотливой ситуации. Мы нашли Билла, нашего друга. Он помог нам выбраться из собственной ловушки, которую устроил для нас. Но, однако, теперь за нами гонится целая толпа зараженных, и они довольно активно ломятся в эту дверь. Не знаю, смогут они проломать или нет. Давайте скорее убираться отсюда. Или с Биллом куда-то уже убежали. Но для начала посмотрим, сможем ли мы что-то сделать. Да, пожалуй, мы сделаем молотов один еще. Да и давайте аптечку еще тоже не повредит. Жаль, немного не хватает нам на улучшение нашей дубины, которую я нашел в самом конце прошлой серии. На улучшение биты. Ну да ладно. Пока это одно. Окей. Нет, раз повторять не стоит. Бежим. Нафиг уходим. Черт, давай, заходи скорее. Да что ты? Да твою мать, быстрее. Ой, жесть. Блин. Пронесло. Вы наш герой-спаситель. Я Элли. Эй, вы что? Джоэл! Билл! Ты спятил? Билл! Пусти! Быстро, на колени! Билл, успокойся. Я сказал! Ладно. Встать на колени! Я не шучу. Я... Да остынь ты. Фокусы есть? Нет. Что-нибудь растет? Все нормально, отвали! Сиди и не дергайся. Стой! Ах ты паскуда! Чертов параноик. Я доволен. Вы заявились ко мне, разрядили все ловушки, чуть не сломали правую руку. Нахрена ты притащил эту соплячку? Не твое собачье дело, а ты кое-чем обязан Джоэлу. Может, снимешь с меня эту хрень? Я обязан Джоэлу. Это что, шутка? Перейдем к делу. Нужна тачка. Да, точно, шутка. Тачка им нужна. Да, даже если б и была у меня тачка, с чего бы мне ее отдавать? А? Валяй, Джоэл, найди и возьми. И последнюю жратву тоже прихвати. Ну тут от тебя точно не убудет. Послушай, засранка. Да пошел ты, старый хрен. Элли, сейчас же закрой рот. Ясно? Пусть я тебе и обязан. Но не настолько же. Настолько, Билл, настолько. Все равно машины на ходу нет. Но в городе должна быть. Части. Там только запчасти. Значит, из них можно собрать тачку. Ладно. Я возьмусь за это. Но мне нужны детали. Так. Они в городе, вот здесь. Вы находите их, а я постараюсь собрать вам тачку. Только после мы в расчете. По рукам. Все равно мы со дня на день сдохнем. Так, за мной. В городе до хрена ловушек. Так что не отставать. Вот радость-то. Прекрати. Так, берите все, что может пригодиться в пути. Советую запастись по полной. Спасибо. Да, вот за это спасибо, на самом деле. Посмотри, нет для чего полезного. Тут уж я с удовольствием. Ага, договорились. Так, труба. Она, наверное, попрочнее будет, чем бита. Давайте возьмем все-таки трубу. Я думаю, получше будет немного. Бита, конечно, тоже довольно эффектное оружие. Но все же. Так, ну давай сразу оглядимся по всем сторонам, посмотрим каждую комнату, обшарим по полной программе мистера Билла. Записка о заборе для просмотра нажмите Select. Давайте посмотрим. Так. Не забудьте брать трупы зараженных из-под заборов. Их там скопилось столько, что забор падает уже третий раз за месяц. Слушай, защитить заборы. Чего он нервный такой? Лучше не трогай его. Да, он реально нервный, конечно, вообще офигеть. Просто втащил Джоэлу. Или пристегнул наручниками к трубе. Хотя это, в принципе, может, полезно будет. Она тоже та еще девчонка. Ну ладно, окей. Так, карта Билла. Давайте посмотрим. Карта, городка Билла. Окей. Ловушка, конвой, Нест, не знаю, как пиваются. Баррикада. Хорошо. Это нам может пригодиться. Теперь поглядим, что у нас имеется здесь. Тут тоже много всего полезного. Крепеж. Алкоголь. Прекрасно. Немного патронов.
Что это? Благодаря справочнику вы можете создать более эффективные предметы. Ножи улучшены. Нож выдерживает на один удар больше. И посмотрим, нажмите Select. Давайте посмотрим. Так. Нож и инструменты и оружие. Справочник по ножам, том 1. Повышение надежности ножей. Заточка. Заточка позволяет уменьшить усилия, прилагаемые к ножу при использовании, и тем самым продлевает жизнь инструмента. Прекрасно. То есть Джоэл это прочитал, а теперь у нас нож на один удар больше выдерживает. Это, по-моему, очень круто, на самом деле. Это того стоило. Не зря я сюда зашел. Ну, начало серии довольно удачное, несмотря на, конечно, небольшие такие фейлы в начале. Там гнали зараженные, никак не мог попасть в дверь. В общем, по-дурацкому, конечно, все обошлось. Ты играть умеешь? Ну, кое-как да. Я бы тоже хотела. Слышь, гроссмейстер! Не вздумай трогать фигуры! Гросс кто? Не обращай внимания. Гроссмейстер. Да уж. Гросс кто? Обожаю эту игру. Просто обожаю. Ну что, Билл, мы вроде как готовы. По полной программе обшарили. Мы готовы. Давай только сначала я посмотрю, что можно создать будет. Так, я думаю, палку не мешает нам прокачать. Попробовать. Отлично. Ножи сделать уже не получится. В принципе, три аптечки, один нож, который выдерживает два удара теперь. В общем, нормально, по полной программе задали. Что у нас там по оружию? Вроде тоже все неплохо. Ну окей. Я готов к бою. Пойдем, Билл. Сожали, пошли. Не оставляй дверь открытой. Ладно. Нужно перебраться в то здание. Давай, по лестнице. Только не отставай. И как же я позволил втянуть себя в эту хрень? Нужно было их просто там бросить. Блин, старый ворчун. Тоже мне друг называется. Он правда какой-то странный. Да, тот еще тип. Так, хорошо, Билл, подожди нас здесь. Мы пойдем оглядимся по сторонам. Здесь, допустим, я уже кое-что вижу. Можно я посмотрю? Там нет ничего нужного. Ну, как Давай, знать. Бери, что хочешь. Спасибо. Да, посуду, конечно, он давно не мыл. Очень давно. Еще одна записка об охотниках на этот раз. Давайте прочтем. Я видел группу охотников опасной близости от города. К счастью, зараженные их отогнали. Не забудь поставить больше предупреждающих знаков, пусть знает, что у нас все серьезно. У нас 31, блин, чувак. Хотя фиг его знает. Может, и не совсем. Так, что у нас здесь имеется? Во что ты на этот раз лез? Ничего. И где ты? Подрядился кое-что доставить. Что доставляешь? Эту соплячку. Да пошел ты. Очередной обмен любезностями. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Нахрена мы с ним связались? Куда мы идем, Билл? Другое убежище. Там склад оружия. А мы оружие? Не хотели чинить машину? Мы? И ты чинить собрал? Дел, слушай. Я же сказал, детали в другой части города. Я туда никогда не хожу, потому что там зараженные. Нужно оружие. Понятно, хорошо. В принципе, план его понятен. Так, это мы пособираем, это нам пригодится. Значит, мы сейчас направляемся к складу оружия. Это на самом деле реально круто. Может быть, нам какую-нибудь пушечку дадут хорошую. Потому что пока что наша снаряга оставляет желать лучшего. Конечно, с ней можно выживать, но не так эффективно, как хотелось бы. Так, что у нас здесь имеется? Здесь у нас пусто, к сожалению. Ладно, Элли. Тогда пойдем дальше. За мистером Биллом. Так, очередная бита. Мы ее, естественно, оставим. На этом мы... Закинемся, как раз немножко восполним здоровье. В принципе, все окей. Пока что. Тьфу-тьфу, конечно. Мы более-менее безопасны. Этот парень знает, что он делает, потому что здесь он живет какое-то время в этом городе. Хорошо укрепился и, в принципе, знает все маршруты. Один внутри. А, я давно собирался с этим разобраться. Не парься. Ты так и не ответил, куда подевалась Тесс. Я думал, вы с ней не разлей вода. Она занята. Ну да, занята. Охренеть. Ой, фу. Кажется, что вы, голубки, того. Может и так. Да, Билл, того.
Ну вот, теперь сюда. Только не в том смысле, как он ты думаешь. Ладно, посмотрим сначала, что у нас там осталось позади, а то я быстро проследовал за ним. Потому что я был заражен, и это было опасно. Здесь вроде как ничего. По-прежнему, помните, я нашел комбинацию от сейфа, нужно постараться найти его. Хрен знает где, может быть, мы уже упустили его. Довольно далеко оттуда убрались. К сожалению. Офигеть, конечно, какая мерзость. Просто спокойно так взял, башку отрубил ему. Так, а что там внутри? Блин, отсюда не запрыгнуть. Давайте обойдем с другой стороны, посмотрим. Вдруг что имеется? Нет, вроде как нифига. Ладно, тогда на выход. Еще раз проверим оружие. Заряжено? Да, заряжено. Хорошо, тогда вперед. Слушай, а почему бы не починить эти машины? Ты юный гений? И как это я не догадался, что можно починить эти машины? Да ладно, не говнись. Шины прогнили, аккумуляторы сдохли. Все сказал? А что там творится под капотом, даже думать страшно. Аккумуляторы сейчас делают только военные. Тихо. Начинается. Зараженные! Твою ж дивизию. Так, готово. Щелкуны. Добил с дороги, блин. Черт побери. А, все очень печально, по-моему. Не так ли, друзья? Да. Именно так. Стрелы наносят больше урон противникам, не подозревающим о вас. Жаль, что у меня стрел больше не осталось. Окей. Будем сделать такую штуку. Так, лови. Тихо, тихо, тихо. Да что с тобой? Поднимайся давай. Так, ушла одна. Хорошо. Да блин, так. Как вы мне надоели. Сволочь. На. На. Получи. Еще кто есть? Желающие. Фу, кажется, все. Еще раз проверь баррикады. Упустишь малейшую хрень, потом будешь расплачиваться. Ты все понимаешь. Нужно взять все припасы со склада. Да, теперь он говорит сам собой. Снова. Да. Билл? Койл, сюда. Так, подожди. Сейчас иду. Я трубу нашел новую, это хорошо. Старая была покоцана немного. И здесь тоже кое-что есть. Бутылочку возьмем с собой. Пожалуй, может пригодиться. Так, кирпичи. Вроде как все получается. Больше ничего интересного не валяется на земле, к сожалению. Ладно, где там Билл? Понятно. Так, хорошо, тогда поглядим, что у нас здесь еще имеется. Вряд ли, конечно, что-то здесь будет. Но все же, стоит оглядеться, мало ли. Неохота ничего упускать. Так, это кирпич, еще кирпич. Да, нифига полезного. Окей. Ну и местечко ты себе выбрал. Ну, эти твари, конечно, мерзкие, но от них знаешь, чего ждать. Обычные люди куда страшнее. Уж ты это должен понимать. О чем он? Да, друг. Важно. Здесь, пожалуй, с тобой соглашусь. Это точно, я тебя прекрасно понимаю. Так, нам куда вообще, сюда или наверх? Давайте поглядим, что у нас здесь для начала. Алкоголь, тряпки. Неплохо. Ну и все, собственно. К сожалению. Хорошо. Пошли наверх. Давай, Билл, веди. Не хочешь? Ладно, я сам пойду. Думаешь, не откроют? Ну, ключа у них нет. Ну да, логично. Очень логично. Куда нам? Пришли. Нам в погреб. Подняться на крышу, чтобы потом залезть в погреб. Оригинальная, конечно, конструкция. Здесь какая-то похожа на церковь, но какую-то, судя по окнам. Ну пойдем, что, в погреб так погреб. Полезли, посмотрим. Теперь сюда. Ну, пришли. Чтоб ничего не трогало. А ты дверь закрой. Да хватит тебе уже орать-то, а? Успокойся, Билл. Выбирай. Не-а. Но мне пушка нужна. Еще чего.
Джоэл, я умею стрелять. Нет. Все. Стой здесь. Ладно. Буду просто ждать, пока меня убьют. Сдается мне, это худшая работа, за какую ты брался. Есть такое. И как же ты сдала себя на это уговорить? Это ее идея. Правда? Значит, баба не так умна, как мне казалось. Но хер с ней. Отведи ты эту девку туда, откуда взял. Ее нельзя отвезти назад. Тогда брось, пусть сама добирается. Расскажу тебе историю. Жил-был человек, о котором я заботился. Типа партнер. И я носился с ним. Но в нашей жизни это все ведет к одному. К могиле. Что я сделал? Да просто поумнел. И научился думать о себе. Билл, это все не так. Хрен там. Все так и есть. Эй! Что я тебе сказал на лестнице? Что сказал? Да я тут просто стопку поправила. Не смей трогать! Засранка. Помяни мое слово. Будешь с ней нянчиться, это выйдет Билл, тебе боком. Давай просто закончим это дело. Держи. Давай закончим. Ну что ж, друзья, новое оружие. Дробовик, я так понимаю, да? Да, отлично. То, так, что нужно носить. Я хочу тебе кое-что показать. Что это? Моя новая игрушка. Так, поверь, своими игрушками, да, начал меня глядеться. Мало ли тут еще интересного можно найти. Такой большой арсенал, я думаю, тут много еще полезного должно быть. Мне-то он не запрещал, по идее, все трогать. Так, пока не пойдем наверх, пока посмотрим, что у нас внизу имеется. Так, ну это просто палка. Ее мы пока брать не будем. Нафиг она нужна. Хорошо. Пойдем за ним. В таком случае здесь больше ничего нету. По крайней мере, в той стороне. Наверх пока не буду подниматься. Ну давай, показывай. Это бомба с гвоздями. Осторожно, с ней шутки плохи. Если рванет, то разнесет в клочья все вокруг. Офигенно. Спасибо. То, что нужно, по-моему. Главное, чтобы в кармане не рвануло. Так, бомба. Эти мощные бомбы взрываются при приближении противника. Можно использовать для защиты или нападения. Бросок. А левый бампер. Более аккуратное размещение. Правый бампер. А, левый плюс правый бампер, короче. Понял. Не разорвавшуюся бомбу можно забрать для повторного использования. То есть можно, допустим, ставить за углом, потом увлекать их внимание, отбегать, и они будут на них напарываться. Судя по всему. Дробовики и бомбы у нас есть, только нахрена они? Время от времени через город проезжают военные. Ищут припасы и снаряжение, но не видят даже того, что под носом. Короче, несколько месяцев назад они тут проезжали, и на них напала толпа зараженных. Набросились на грузовик. Он врезался в стену школы. Аккумулятор еще там. Значит, берем батарею и ставим в машину. Бинго! Я хотел его добыть, но там слишком много зараженных. Ну да к черту. Джоэлу нужна тачка. А если она дохлая? Эта машина как танк. Аккумулятор жив. Может и получится. Так, офигенно. Значит, у нас есть план. Мы нашли стрелы и какие-то инструменты первого уровня. Не знаю, что это значит. Ну, что-то, наверное, крутое. Так, поглядим, что у нас тут. Можем, в принципе, еще один молотов изготовить. Теперь мы умеем, по идее, бомбы делать, да? Нужна взрывчатка, которая у нас, кстати, имеется, и сахар. Так, ну пока, в принципе, все. Что у нас здесь? 40 есть. Дальность слуха, создание предметов, лечение. На ход теперь колебания оружия, всего 10 осталось найти. Или мастер ножа. Тоже, в принципе, неплохо. Атака щелкуна ножом. Можем будет отразить, то есть можем будет не умирать каждый раз, когда они на тебя нападают. Тоже, в принципе, вещь полезная. Так, пока молотов-то убери. Не надо. Джоэл, это не игрушки. Так, поглядим, что у нас тут имеется. Еще спиртное. Это хорошо. По-моему, еще. Взрывчатка. И куча всего. Просто куча. Так, теперь не хватает немного места. Давайте тогда сделаем, наверное,
Ну, в принципе, еще один нож сделаем. Почему бы и нет? Отлично. И возьмем эту хреновину. Все, больше ничего мы не можем сделать. Можем еще сделать аптечку или молотов. А, нет, не можем. Больше трех таскать с собой нельзя. Ну что же, хорошо. Так, подожди. А, смотрите-ка, можем, кстати, сделать взрывчатку. Для нее, оказывается, требуется только, собственно, сама взрывчатка. Ну, неплохо. Целых две мы имеем. В принципе, very good. Так, ну и самое теперь интересное, пожалуй, это верстак. А посмотрим. Что, хорошее место. Да, неплохое. Тут с тобой согласен. А вот инструменты первого уровня написано. Я так понимаю, да? Для пистолета. Для длинноствольного оружия. Ну, по идее, для длинноствольного оружия хотелось бы, конечно. Но давайте для начала посмотрим, что еще мы тут имеем. Тоже первого уровня инструменты нужны. Окей. Что у нас там с луком, как дела обстоят? Перезарядка, дальность и скорость излечения. Офигеть, даже третий уровень нужен. Жесть. Перезарядка, скорострельный второй уровень. Блин, обалдеть, отдача, дальность. Емкость магазина. Кстати, вот емкость магазина было бы неплохо, на самом деле, прокачать. Но давайте все же начнем с оружейных чехлов. Для длинноствольного оружия, я думаю, что это самая, пожалуй, нужная вещь. Инструменты мы посеяли, по сути, получается, да? Или, подожди, или еще одна осталась. Ну, короче, да, один еще осталось. Отлично. Тогда давайте прокачаем что-нибудь из этого. Дробовик, все же. Или же охотничью винтовочку. Давайте, наверное, охотничью винтовочку, пускай будет хотя бы два патрона в магазине. Я думаю, что это не помешает нам. Шикарно. Так, еще остались инструменты первого уровня. Замечательно. Так, оптический прицел. Блин, заманчиво, конечно, заманчиво. 25 всего стоит, останется у нас. Ну да, еще кое-что останется там прокачать. Давайте. Окей, есть контакт. И что мы можем сделать здесь? Уменьшить отдачу дробовику. В принципе, почему бы и нет, да? Давайте, как раз под ноль. Шикарно. Должно выдержать. Офигеть, сколько всего у них перед спиной болтается. Ну прикольно, кстати, что рисуется, да, что у него есть там. Так, поглядим, как это выглядит. Да, так я и думал. Здесь у нас получается дробовик, пускай будет. Здесь давайте поставим пока что охотничье ружье. Лук оставим на потом, для тех врагов, которые нас не будут видеть. Так, два патрона, нет? Чтобы прицелиться, нажмите X. О, да. Офигенно. Да, два патрона, давайте сразу. Второй добавим. Шикарно. Ну, пока что один просто револьвер в руки. Ну, вроде как и все получается. Мы готовы к вылазке теперь на полную программу. Не знаю, сколько там зараженных. Билл говорит, что много возле той школы, где автобус с аккумулятором. Но, по крайней мере, теперь я знаю, чем их буду встречать. У нас есть и бомбы, и коктейли Молотова, и все что угодно. Ну, соплячка, если что-то пропало... Да не нужно мне твое барахло. Расслабься. Джоэл, ты за ней следишь вообще? Слежу, слежу. Ну так вот тебе, с плеча. Бортанул я его. Нефиг. Уж больно он какой-то злой. Прям уж совсем. Ну, собственно, видите, он говорит, что кинул его напарник, о котором он заботился. И теперь он поумнел и стал таким вот отшельником. Один живет. Ну что ж, это его право, его выбор. Не нам его за это судить. Что у нас там наверху? Давайте поглядим. Понятно. Там ничего нет. Хорошо. Тогда нам сюда. Офигенно. Ух ты. Неплохо устроился. Если хочешь исповедаться, то самое время. Да уж. Дальше-то куда, в окно, что ли, или куда-то там? Ну что, вперед и с песней. Да, смотри-ка, и вправду, как в окно. Офигенно. Ну давай, Билл, я сразу за тобой. Элли, давай. Вон, школа там. Так. Готовы? Сейчас узнаем. Да, конечно, готовы. Кладбище, как обычно, бывает при таких маленьких церквушках. Так, с другой стороны, ничего.
Но смотреться стоит, что это зараженные. Тебе не стоит на это смотреть. Офигеть. И не такое видала. Как хочешь. Представляете, да, это не такое видала, а девочке всего 14 лет. Сколько она всего насмотрела за свою недолгую жизнь. Да идем, не ворщи, надоело уже ворчать, чувак. За этими воротами я еще не бывал. Я тебя понял. Я понял. Будем осторожно продвигаться вперед, да, в таком случае. Ага, двое есть. Ни звука. Щелкуны, по-моему. Это печально. Бомба сверху. Твою ж мать. Так. О, хорошо вошло. Жаль только, что только одному. Так, друг, постой. Твою мать. Все очень плохо. Ладно. Три патрона мы всех отработали обратно. Фу. Да уж, блин. Мерзкие твари, конечно, мерзкие и крайне опасные. Так, бутылку поднимем обратно. Где-то еще ходят. Вы слышите? Где-то есть, пока не видно где. Там, наверное, где-то получается. Да, блин, там еще трое, офигеть. Блин, да уж. Путешествие, чувствую, будет реально опасным к этой школе. Так, хорошо, посмотрим. Давайте, друзья, сбегайтесь сюда, сбегайтесь. Хотя бы двое, давай. Отлично. Есть контакт. Двое ушли. Хорошо. Слушаем, где еще один? Пока не слышно. А вот он пришел, по-моему, да? Загорится, нет? Твою мать. О, хорошо, бил ему втащил. Блин, красавчик. Прикольно такое у него мачете. А вот и патроны мои обратно ко мне вернулись. Замечательно. Но пока все более-менее неплохо. Ну, или право, во-первых, стрёмно, во-вторых, в принципе, мы тратим боеприпасы в любом случае. По крайней мере, молотов, бомбы уже одну нету. Не очень хорошо, конечно. Так, бутылку надо подобрать. Где-то она. Вот она где. Чёрт побери, еще один. А может и не один. Да, снова двое. Офигеть. Так, ну давайте тихо, пойдем аккуратненько. Где второй? Почти что за углом, да? Давайте тогда кидаем сюда одну бутылочку, наверное. Ну, еще один молотов сейчас, как только они сюда придут. Вот так. Ловите, друзья. Горите в аду. Так, вроде все. Вроде все. Отлично. Я повторяю слова героя. До того, как он сказал, естественно. То есть, блин, настолько вживаюсь в роль на самом деле. Ну, это клево. Так, пока что оставим свою дубину. Она получше, понадежнее, все-таки металлическая, нежели деревянная. Ты что так топаешь-то громко? Дружище бил. Так. Пилюли. Это хорошо. Я тебя понял. Главное, чтобы Элли не шумела. Так. Двое обычных получается, да? Блин, надо найти бутылочку какую-нибудь. Вот вижу, кстати, одну. Давайте пробуем осторожно до меня добраться. Очень осторожно. Так, слева третий. Тихо. Так, погоди-ка. Или просто бомба их. Давайте просто бомбу кинем между ними вот так вот сюда. Раз. И готово.
Ох, супер. Офигенная штуковина. Не правда ли? Так, а там, по-моему, щелкун, кстати. Или мне кажется? Нет, кажется. Ушел. Но это было дико громко. Так, пожалуй, стоит перезарядиться. Перезарядил он? Да, перезарядил. Это мы еще не пробовали дробовик. У нас дробовик же еще есть. Так что, в принципе, все круто. Офигеть. Просто куски кровавленного мяса. Так, ну ладно. Куда теперь? В ту сторону? Или направо? Ты не врал, их тут толпы. Направо, скорее всего, конечно. Ну, пойдем направо посмотрим. Ой, блин. Как все грустно, а? Среди них щелкуны как минимум один, а может быть и двое даже. Так, могу я что-нибудь сделать, нет? Молотов могу сделать. Отходим обратно нафиг. Давайте с другой стороны обойдем, попробуем. И возьмем, пожалуй, в руки дробовик. Для ближнего боя. Так, вот щелкун точно один стоит. Не знаю, получится, не получится. Убрать его с одного выстрела меткого. Вряд ли, конечно, да? Он всеми так дергается еще, блин. Так, ну хорошо. Два выстрела. Теперь я предлагаю сваливать нахрен. В другое укрытие. О, черт. Там с Биллом уже воюет. Ладно, дружище. Привет. Офигенно. Дробовик. Теперь мое любимое оружие. Его точно надо прокачивать. Вы видели? Просто, блин, кровавый фарш вылетел у меня вместо ног. Куда я попал? Блин, два патрона. Жалко, что не один. Ну да ладно, главное, мы с ним разобрались. Вроде как теперь никого не слышно, по крайней мере. А значит, пока что на какое-то мгновение мы в безопасности. Давайте оглядимся. Бутылка у меня осталась, я ее не использовал. Тут есть кирпич, какое-то здание. Ну, в принципе, зданий тут полно. Пойдем сначала вот и зайдем. Посмотрим, что у нас здесь. И с дробовиком в руках, естественно. С ним как-то понадежнее. Давайте сбоку, наверное, да? На всякий случай. Вроде тихо. Вроде никого не слышно и не видно. Отлично. Чуть-чуть перекусим. Так, Билл, все, что найдем, все мое, понял? Очевидно, медальон закат. Не знаю, для чего нужны, просто для какой-нибудь ачивки очередной. Просто там, типа, собери пачку и получи бонус. Так, а где сначала первый этаж, потом прямо второй этаж уже посмотрим, что наверху будет. Отлично, это все нам пригодится. Это все замечательно. Так, кирпич. Ну, ладно, хрен с ним. Взял уже так, взял, пускай будет кирпич. Так, первый этаж вроде как все. Кончился. Или погоди-ка, вот здесь мы. Что здесь такое валяется? А, бутылка. Понятно. Пойдем наверх аккуратненько. А, здесь и не подняться, собственно, все. Ну окей. Это здание мы оглядели. Билл, не толкайся, не мешай мне. Тогда пойдем дальше. Давайте понизу посмотрим, что там еще есть в том здании. Отдали бы мне пушку, я помогла бы отбиваться. Заткнись, помалкивай. Вот именно. Помолчала бы лучше, Элли. Так, тихо. О, блин. Вот они, красавцы, еще трое. Офигеть. Твою же дивизию, как не вовремя все. Билл, прикрой. Спасибо, Билл. Спасибо.
Офигеть. Жесть, конечно, просто кровавая бойня. Да. Немного, конечно, не совсем удачно, но ладно. Тем не менее, вроде как всех положили. Ну что ж, друзья, давайте тут закончим в этом гараже, а продолжим осмотреть окрестности уже в следующей серии. Я надеюсь, что вам понравилось. Не забывайте оставлять комментарии, подписываться и ставить большие пальчики вверх. А с вами был, как всегда, я, Валдай, ничего не изменилось, все по-прежнему. Это была игра The Last of Us на канале Epic Type. До новых встреч. Пока-пока.